Здравствуйте, Ольга Ивановна. Почему у вас свое хранение продуктов нарушается? Какие именно? Ну, пойдемте. Пойдемте. Ну, во-первых, молочка стоит не в холодильнике. А вот это вот что, холодильник? Тележка стала теперь холодильником? Это в тележке они оставили, потому что по 40% сделали. И здесь, что? Видимо, ну, здесь было больше, поэтому оставили. И что? Вот так должны храниться продукты? Ну нет, сейчас исправим это все. Это у девочки такое. Тарас, дальше пойдем. А вы кто у нас? Скажите мне, пожалуйста. Человек, гражданин. Я понимаю. Михаил обращается. Дальше. Какая температура здесь? 4,3. Это допустимая температура. Допустима для чего? Для охлажденного мяса. На каком основании? В смысле, на каком основании? Ну, вы только что сказали, что допустимо. На каком основании? На каком основании? Да. Статья 51 Конституции и Гражданский кодекс. Вы находитесь в общественном месте. Так. И поэтому вы можете меня снимать? Конечно. Вы можете задать мне вопросы, я могу на них ответить. Ну, вы только сейчас сказали, что допустимо в соответствии с каким СанПином? Что значит, с каким? Есть допустимая температура? Да, покажите документ, в котором написано, что 4 с чем-то градусов можно хранить курицу. Вы посмотрите, что здесь происходит. От этой жары все запотевает. Люди постоянно открывают и закрывают. Температура вот такая, допустимая, когда при открытии... Покажите мне документ, в котором написано, что можно. Какой документ? Я могу вот... Читаем. Условия хранения курицы. Что и пока написано? Вы вот так подержите, здесь сейчас будет и 5 градусов. Что написано? И вот так бабульки, смотрите, которые приходят... 4, ну вы... Открываю, несите, это уже я не фигню, верный. Фигню. У меня что приходит, тут написано? Читайте условия мясо. Хранения. Что написано? Что написано в условиях хранения? Я знаю, при какой что тут написано? Должно... Можете что прочитать? Вы, от меня вы можете прочесть, что тут но написано? Вы от меня что хотите? Вы только что сказали, что допустимо. Вы соврали. Я вот для оби... этой курицы недопустимо. Тут плюс 2 максимум. Плюс 2. Вот а такая у вас 4. Так я вам объясняю еще раз. Вы отмазку несете. Я никакую отмазку вам не несу. Вот написать. А теперь вы покажите мне, где написано, что можно хранить курицу при плюс 4 чем-то градусов. Покажите мне документ. Я бы вам показал доказательства. Вы приведите ваше. Я знаю, при какой температуре она должна храниться. Я вам говорю, это... Кому должна? Кому должна? Я вам еще раз. Кому должна? Я вам объясняю, что такая температура поднимается в связи с тем, что покупатели, когда открывают и закрывают, такая температура возможна. Поэтому но написано от минус 2. Но если вы могу... выставите сюда минус 2, я то покупатели заставить... будут открывать, и она максимум до плюс 2 поднимется. Если я сделаю температуру ниже, продукт начнет замораживаться. Ниже и чего? Тогда покупатель будет тоже возмущаться. Подошла бабулька, вот так открыла, и она минут 10 выбирает. Все понятно. Полицию вызываем, да? Полицию, я вообще не понимаю. Вот. Это уголовное преступление. В чем оно? Вы травите людей тухлыми продуктами. Абсолютно ничем не травим. И хорошо, давайте понюхаем. Понюхаем. Ну, открывайте, давайте нюхать. Открывайте. Открывайте. Ну, понюхайте. Я почему должна открывать? Ну, сейчас срок, я вскрою. Срок хранения до 4 числа. Ну, какие условия хранения написаны? От минус 2 до плюс 2. А вы храните в ненужных условиях, соответственно, быстро тухнет. Я понимаю, если вы купили испорченный продукт и пришли... Да тут и очень то... часто протухшее. Ну, давайте вот да сейчас не вот только... откроем. Я вообще не понимаю. Вообще не понимаете, да? Понюхайте. Нравится? Тухлятина. Воняет. Поэтому она и пропадает. Тухлятина. А я вот чувствую тухлятину. Ну, вы же не купили... Органолептическим не методом. Она... Я лично, кроме запаха крови, там ничего не слышу. Да. Воняет, но опять да? же, если такое попадается, мы заявляем именно... А почему оно в такое становится? Потому что в тепле бывает. Потому что тут написано, да плюс 2, у вас 4,5 градуса. У нас 4,5 градуса. Нужно, чтобы у вас хотя бы минус 2 было. Тогда будут дверь открывать, закрывать, все пофиг. Не поверите, стоят холодильники. Все понятно, вызываем полицию. Вы можете выставить сейчас на минус 2? Я не могу это нам сделать, заявку, что приехали выставить. Да я эту чушь уже слышал. Вызываем полицию, да? Ну, какую чушь, я вам объясняю, что я... Вы прочтите, что бывает за то, что продаете тухлую продукцию. Мужчина, вот идите сюда, вот это вот, снимите. Открыто. 1,7 градуса. Вы сейчас вот сами... Я вам то же самое здесь объясняю. Тут все запотевает. Вот сейчас протухшая курица, вы ее продаете? Ее сейчас уже открыли, и уже она не продается. Только что вот лежала, продавала. Все остальное предполагает такое. И даже вот эту, если мы сейчас откроем, будет то же самое.
Каких сроков? Есть сроки есть годности. Срок годности. Я уже слышал, что куда-то надо делать заявку. Сейчас делаем заявку на выезд полиции, говорю, и весь товар вам описываем, да? Я вам объясняю. Вам только что там показали температуру. Открытый холодильник. Вы уголовный кодекс читали? Продажа товаров. Продажа товаров, которые тут. Вот это тухлые продукты. Из-за нарушения условий хранения. Вы эксперт в этом. Я понял. Вы можете сделать... что? Это органолептический метод. У вас есть образование? Да, у меня есть поварское образование. Да, поварское образование. Это не имеет значения. Вы должны предъявить... Представьтесь, пожалуйста. Александр. Заместитель директора. Давайте вашего, кто над вами главный. Звоните ему. На стенде номер супервайзера, пожалуйста. Все, ладно. Сейчас будем сообщать в полицию. Пусть разбираются. По срокам курицы все нормально с ней. Холодильник... Она тухлая. Так... Из-за того, что холодильник у вас ничего не охлаждает. Почему? Мы можем и вон там, вон... А вот это тоже нормально, что ли? Нет, это беспорядок. Это беспорядок. В том, что мы можем сделать ниже. Два беспредела на одном объекте. Это что такое? У нас для этого... Вам нужен тайный покупатель или реальный покупатель? Поверьте, мы его ходит. Ходит. Купленный, да, блин? В смысле купленный? Он за это зарплату получает, и мы за это получаем. Сделайте холодильник меньше температуру. Мы можем прямо сделать сейчас. Температуру. Прямо сейчас сделайте. Сейчас мы не можем. Мы не можем это сделать. Мастер должен приехать, он в агрегатный должен поменять настройку. И тогда... Да я эту чушь уже слышал. Мы можем показать агрегат, но если вы разбираетесь, вы это можете попробовать. Мы не настраиваем это. Мы только делаем заявку. Понятно. Я делаю заявку тогда на полицию. Раз вы не можете, значит я делаю полицию. Они сейчас вот это вот все на основании моего видео сейчас это сделают. Кто выше меня, мой руководитель, позвоните и уточните эту информацию у него. Да зачем? Я сейчас полицию вызову и все. Вас посадят и все. Вы как директор отвечаете. У вас цель посадить кого-то, что ли? Но вы не хотите делать. Я вам объясняю. Уже это не первый верный, в котором вот такая температура так стоит и тухнет курица. А кто максимум, делает? У меня нет доступа, а по закону директор отвечает. То есть вы... Чтобы настроить холодильник, я не хочу подходить. Я увидел два нарушения. Полтора градуса. Потому что если меньше туда заглядывать, там и температура правильная. Я вам до этого это же объяснил. Да вы мне опять отмазку привозите. Должна быть такая температура при любых условиях. Вы можете это считать за отмазку. Вы можете говорить, что я вообще ничего не говорила. Я говорю то, что есть. И вам уже это то, что есть. Ага, вы же мне не показали документ, в котором написано, что допустима температура плюс 4 градуса. Я вам допустимую температуру сказала, я вам объясняю. На каком основании вы так и не объяснили? Я не понимаю, на каком основании вы меня сейчас снимаете, и все это меня спрашивает, да? Ну, сейчас... Объясните, я вам все объясню. Я сказал, для того, чтобы сейчас вызвать полицию и вас так вызовите, арестовать. Хорошо, вызываем.